И здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем сегодня перепроходить игру Neighbors Back From Hell, ремастер, когда с первых двух частей, когда с соседа, хотя их и было, это всего две, по сути, оригинальных, 2020 года ремастер, в более красивой графике, и все такое, короче говоря, прошли мы уже все серии первой из первой части, теперь переходим ко второй части. Все на борт, собственно говоря, называется первый эпизод. Ну и поскольку это как бы не первый у нас уровень в игре, обучения здесь у нас не будет. И это радует. Наверное. Хотя что, наверное? Зачем нам обучение? Мы и так уже вроде разобрались во всем. Здесь уровень можно завершать с помощью вот этих флажков. Мыльница. Мыльница. Это сундук с мылом, а не мыльница. Именно сундук с мылом. Так, поторопиться нужно. А, подождите. Я что-то по принципу обучения пошел немного. Давайте сразу откроем шкафчик и все. Мы же можем прям сразу сделать это здесь. Теперь. Да, мини-игра загораживает вообще Вуди полностью. И это не очень прям неприятно. Говорил уже сколько раз. Добавили эту мини-игру, вставили так уродливо. Сейчас мне это не нужно. А почему сейчас нельзя? А, там поварёшка, потому что выпадет. Как в консольной версии. Можем прям сразу и мыло, и это использовать. Ну да, там поварёшка должна выпасть. И я жаловался на вот этот вот недостаток, то что нормально не могли подкорректировать вот это вот дело. Почему там нельзя было написать, оно слишком горячее или жирное, чтобы брать это голыми руками? Наверное, горячее все-таки. Оно слишком горячее, мне голыми руками это не взять. Нет, нет же, просто скопировали локализаторы наши. Просто скопировали целиком описание из оригинальной второй части. Вовремя я убежал. Жалко, мы не посмотрели на эту пакость, я забыл про нее. Но не важно. Кстати говоря, Neighbors Back From Hell я купил. Купил, сразу скажу. За 700 с чем-то рублей я купил игру. Сначала вообще скачал пиратскую версию, ее взломали очень быстро. Но когда вышло обновление, в котором добавили 3 вырезанных уровня, вот его очень долго не могли взломать, видимо. Что-то долго тянули, и я решил, не дождался, решил купить в конце концов ее. Но потом мы еще через несколько недель ее все-таки взломали, после того, как я ее купил. Непонятно, почему так долго тянули с пиратской версии в этот раз. Но 700 с чем-то рублей, это, в принципе, не очень-то дорого для игры. В принципе, я считаю. Китайский уровень первый. Ну как, не китайский уровень, а уровень в Китае. Китайский уровень звучит как уровень какой-то недоделанный или бракованный, там я не знаю. Но это именно уровень в Китае.
Так, рыба пила на знаке. Так, идем туда взять вот этот вот тростничок для крабика, чтобы его достать. Крабика. Собственно говоря, в игре еще полно багов и недоделок. Но последнее обновление вышло 8 декабря 2020 года. И ждать какие-то новые обновления от этой игры уже, я думаю, точно не стоит. Просто бессмысленно, мне кажется, уже их ждать. Я боюсь, что не успею. Давайте начнем с мостика лучше. Мне там, наверное, кто-то уже говорит. Не держи рот открытым, муха в рот попадет. Я вам отвечу, какая муха? У меня не летают тут мухи. Во всяком случае, в данный момент. А, можно здесь с плавника начнем, короче, да. Плавника от акулы, собственно, чтобы он подумал, что это акула. А он действительно подумал. Так, закончим мы с граблями. Ой, так. Крабик ждет нашего соседа. Так, ну и последнее. Так, следующий уровень занят, называется. Уже Великая Китайская Стена, собственно, как вы знаете. Начнем, пожалуй, с инструментов, возьмем их. Так, чулки достаем. У них здесь другая вообще картинка. Здесь больше похоже на какой-то кусок бумаги, который надо выкинуть в помойку. А не на колготки. Впрочем, в оригинальной-то второй части, в консольной версии, тоже не сильно-то похоже было на колготки, но... Во всяком случае, было больше похоже, чем вот то, что здесь. Здесь похоже на реально мятый кусок бумаги. Короче, починили моторчик, чтобы он работал и звук воспроизводил через колонки нам. Я и просил на туалетную бумагу, вообще-то. Так, ну и масленка. Текстура масленки, кстати... Из консольной версии. Ну как текстура? Картинка. Так, пушечное ядро. Не знаю, как это вообще можно было так сделать, но тем не менее. Он разрезал арбуз, как-то так быстро и засунул в него ядро.
Но тем не менее. Консольная версия велосипед, кстати, красного цвета был. уважаемые гости великой китайской стены. Звук получается настолько громкий, что аж картина не выдерживает. Но при этом слух у соседа не травмируется. И ни у кого другого тоже. Так, вот это одна из недоработок, на которые я жалуюсь, собственно. И вот это вот тоже как-то некрасиво выглядит. Ну почему это нельзя исправить, а? Ну почему? Это возможно исправить. Вполне. И я бы даже не сказал, что это прям сложно. Ой, господи. Так, теперь арбузики с велосипедом. Отлично. Следующий это у нас Покон звучит гонг. Еще пару уровней, видимо, пройдем. Ну, чтобы как-то делить. Прям точно. То есть следующий в этой серии Китай, следующий Мексику. Ой, Индию, а потом Мексику. Хотя можно, в принципе, пройти еще этот выездный корабль. А, надо еще эту и вот это вот дело сделать. Что-то забыл про него немного. Да, немного труднее держать предмет в этой игре, чем в оригинальной. Когда седа 2. Так, миска какого-то фига здесь лежит, а не вот здесь. Так, ваза, как в консольной версии, здесь зеленая, не белая. Здесь более четко видно буквы. Здесь прям реально прочитать все можно, а там, а в оригинальной там проблематично читать. Во всяком случае, для некоторых. Потому что текстуры-то там хуже. Начнем пакостить, пожалуй. Чуть ребенку, блин, не отдал. Я не матернулся, если что. Я сказал, блин. Ах, силенок у соседа не хватает. Ну как такое? Разве это возможно? Ага, здесь, как и в консольной версии, миску надо наполнять заново, если один раз ее использовал. А в оригинале она постоянная. Ой, господи, как кресло скрипит, а. Старое, дряхлое кресло. Thank you.
Хорошо бомбануло, не так ли? Так, все готово. Остается только смотреть. Да не, наверное, с этим. С уровнем Water Sky. Ой, какой Water Sky. Фокус шариком закончу все-таки. Water Sky. Просто в консольной версии назывался Water Sky. Water Ski или Water Ski. Как там водные. Как там лыжи правильно произнесся? Водные лыжи назывался уровень, если переводить на русский язык. Ой, а что у меня кресло-то приподнятое было? Ну это вообще челюсть можно было себе переломать. Но сосед у нас бессмертный. И... 2018 очков, прикольно. Так, и фокус с шариком. Последний на сегодня уровень. Пожалуй. Последний. И последний уровень в Китае. Последний китайский уровень. Непосредственно. Этот человек отличный повар, но пока он в очках. Только дальше без своего носа он не видит, без них ничего. Открыть очки! Открыть очки! Это просто офигенно. Неужели нормально перевести нельзя было, а? Взять очки надо было написать. Во второй части с локализацией таких проблем не было, а здесь это какие? И здесь вот тоже вы, наверное, даже помните, что здесь не так. Открыть коробка... Открыть открытый ящик. Это вообще как возможно, я не понимаю. Чё за ерунда? Очень, очень глупо. Очень глупо, очень прям неприятно. Так, и начнем, пожалуй, с яйца. Яйца. Жаль, мы только не увидим фейерверк, как они видели, там взорвутся. Так, использовать велосипедные камеры на бачок с угрями. Теперь ему остается только готовить на слух. Осязание, обоняние нужно. Повару теперь только. Не знаю, как он так быстро все это делает, но да. Но тем не менее. Короче, что сосед, что Вуди, оба странные. Непонятые существа. Очень неинтуитивные. Очень неинтуитивные. Для нас. Зубы острые, чую я в этой башке.
Ой, я не ту кнопку жму. Хотел переключиться на соседа по-быстрому. Велосипедную камеру сожрет сейчас. Ну, приготовлен, давай ешь быстрее. Полетит. Так. Отлично. 21 минута всего ушла на прохождение этих уровней. Так, ладно, на сегодня закончим. Просто я хочу поделить на так называемые сезоны, чтобы в следующей серии пройти Индию и уже в последней это Мексику, собственно говоря. Так что на сегодня все. С вас, Игорь, подписывайся с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, на блоговый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.